Всем добрый день, дорогие друзья! Вы на канале многодетной семьи Тарантиных. Сегодня у нас будет распаковка василька. У нас пришел вот такой вот мешочек небольшой, да, совсем небольшой, как вы раньше привыкли наблюдать, какие у нас приходили. И сейчас мы с вами распакуем, посмотрим, что же там. Распаковываю очень аккуратно, так как там вещи, чтобы не порезать, не порвать. Тут должны быть разные костюмы. Костюмы также тут идут для моей подруги. У нее недавно был день рождения, и я ей заказывала на подарок. Вот как раз для подруги костюм. Она обязательно примерит, и фотографию я вставлю. Но сейчас все равно я и покажу вам. Я уже как-то такое заказывала, только зеленого цвета. Это вот такая вот футболка идет. Большая. Василиса, ну ты вообще прям. И к футболке идут вот такие вот брюки. Качество у него хорошее. Ей понравился такой костюм, поэтому я ей заказала такой же, только другого цвета. И сейчас мы приберем. Потом доченька у меня сбегает до нее. Она там примерит и обязательно фотографию вставим. Я очень надеюсь, что ей он понравится. Дальше костюм. Это я уже заказывала себе. Точно такой же, как тот, только зеленого цвета. Сейчас мы откроем и посмотрим. Вот такой же, вот только 58 размера, я заказывала подруге. Вот такой вот футболка 52 размер. И вот такие вот штаны. У меня тут просто кошка на окне сидит, поэтому извините, то, что я поглядываю сюда. Дальше. Еще один костюм точно такой же, только синий 52 размера. Это я себе два одинаковых костюма заказала. Не буду второй открывать, вы уже поняли. Дальше, 58 размер, костюм. Это, по-моему, с бриджами. Тоже подруги на день рождения. Вот такая вот удлиненная футболочка. Она обязательно все это примерит. И тут должны быть шорты. И вот такие вот шорты. Шорты идут, ребят, с карманами. Костюмчик тоненький, как раз дома ходить самое то. Обязательно примерит и фотографии вставит. Машинка на упакует в пакетик. Дальше, ребят, как вы знаете, я деткам всегда заказываю какие-то новые носочки, которые появляются на сайте Василек. А там очень большой выбор носков. Я распечатать не могу. И поэтому я им заказала новые носочки. Вот тут вот с котятками. Сейчас как-то постараюсь вот так вот руку вставить, чтобы вам показать рисунки. Вот такие вот котятки. На всех. Тут идут желтые, оранжевые, черные, белые, зеленые. Вот такие вот 5 пар носочков. Я не смотрю, что я достаю, я просто рандомно достаю. Так, платье женское, 58 размер. Тоже подруге на день рождения заказывалась. Она такое хотела. Поэтому я ей заказала. Вот такой вот, ребят, расклешонка. Такая вот, такого цвета приятного, салатового, нежно-зеленого. И вот такое вот платье. Мы обязательно на ней его посмотрим. Правда, конечно, получится, что оно будет мятое. Ну ничего, машинка упаковывай. Дальше, что же здесь? Костюм 52 размера. 52 размера. Сейчас посмотрим, что за костюм. Что-то я не помню. Я вроде не ложила такой костюм. Вот такой вот. Приношу извинения. Приношу извинения, просто ребенок звал маму, поэтому я отвлеклась немножко. Продолжаем дальше с вами смотреть. Вот такой вот костюм, 52 размер. Это положила дочь Света, я у нее уже спросила. И вот такие вот шорты. На меня, ну вот красный. Ну, в принципе, ничего. Померяем обязательно. Просто с короткими сильно шортами, ну ладно. Дальше. Дальше тут у нас
52 размер, шорты. Шорты мужские. Вот такие вот. Заказывали сыну Ильюшке на день рождения, но пришли позже. У него вчера был день рождения, а сегодня вот пришли только. Поэтому Ильюша придет, а шортики будут ему здесь лежать. Обязательно примерит. Положи, Машенька, вот такой. И посмотрим. Так, дальше. Юбка 42 размер. Заказала дочери Светлане. Кошколе, надеюсь. Ну, вот она хотя по фотке говорила, мама, что-то не очень сидит. Ну, говорит, надо же мерить. Я говорю, ну, давай закажем. Вот такая вот юбочка. Карандашом. 42 размер. В принципе, неплохая, ребят. Разрезиков по бокам нету. Юбка плотная. Не просвечивает. Как бы мне нравится. Ну вот посмотрим, как будет на ребенке, а так мне нравится, ребят. И она недорогая. Юбочка. Дальше смотрим. Сейчас вот так вот все вытряхну. Дальше смотрим. Шорты. 52 размер. Опять Ильюшки, что ли? Я вроде одни Ильюшки заказывала. Или может одни Егорки, одни Ильюшки брала. Ну вот не помню. Короче, там сами пацаны разберутся. Вот такие вот шорты. Без, а нет, с кармашками есть, да, ребят, карманы есть. Вот такие вот шортики. Тоже 52 размера. Мальчики разберутся и померят потом. Так, давайте вот это вот откроем. Что это здесь? 52 размер. Платье. Я иногда удивляюсь, когда мне помогают. Корзину скидывают дети мои. Вот тогда я очень сильно некоторым вещам удивляюсь. А, нет, это я хотела такое платье. Да-да-да. Вот такое вот платьишко. Рисунком. Для дома. Цветастое, яркое и необычное. Обязательно примерим и скажем потом, как и что. Дальше. Заказывала я шорты 42 размер в Свете. О, нашла я их наконец-то. Вот такие вот шортики. Сзади идут два карманчика. Спереди один карман. И завязываются вот тут вот. Через эту пропустить можно. И завязать. Спереди ленточки. Ленточки, кстати, пришиты уже к шортам. Можно не завязывать, можно просто прям так оставить. Ну, вот ленточки вот такие вот. Вот такие вот шортики. Спереди есть карман. Раз карман. Два карман. И сзади два кармашка на молнии. Ой, что-то я открыть их не могу. А, так это имитация карманов. Ребят, господи, я думала, там два кармашка, а там просто имитация карманов. Он так посередине сделал, и все, и нормально. А я уж обрадовалась, думала, у ребенка на попе карманы будут. Вот такие вот шортики. И также заказала одни плавочки для сына. Старшего или младшего. Они напополам их обычно делают. 52 размера. Последний раз заказывала 48. Егору сказала, он ему маленький. Они ему жмут. Поэтому 52 он нынче все заказал. Но тут какие-то пятна на них. Смотрите, ребята. Эти какие-то пятна. Стирать надо будет их. Плавочки уже стирать надо, трусики, да? Вот такие вот цвет один. И одни вот такие вот цветом. Вот такой вот, ребят, у меня был заказ. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Обязательно будет сегодня примерка. Примерка от подруги, примерка от сыновей. Если интересно, оставайтесь. Дорогие друзья, одела я платье. В принципе, платье неплохое. Есть по бокам даже два карманчика. Мне оно, по идее, нравится. Но вот как-то немножко вот сверху кажется не так. А так, в принципе, нормальное. И цвет нравится мне. Напишите, как вам. Так, одела я костюм, который заказывала для дома. Для дома или на ночь спать? Как ты думаешь, Света, дома ходить или на ночь спать? Сама не знаешь. А ты как смотришь, нормально, нет?
Ну, вот такой вот костюм, футболка коротенькая, карманы есть. Карманы не глубокие. Туда, если что-то положишь, знаете, у меня привычка, если я в халат хожу, мусор увижу, бумажку, раз, карман, тут будет выпадывать. Короче говоря, карманы не глубокие, а так, в принципе, костюм хороший. Дорогие друзья, одела костюм, в принципе, неплохо, но они коротковатые. Я такие не люблю, чтобы коротковатые. Ну, в принципе, дома ходить будет хорошо. Напишите, как вам. Сейчас померю такой же, но зеленый. Вот, дорогие друзья, зеленый костюм. В принципе, этот немножко, мне кажется, посвободнее смотрится. И вот. Но мне понравилось. Если вам понравился тоже наш Василек, что мы заказали, то проходите по ссылочке в описании и заказывайте. Всем желаю приятных покупок.